Раз, два, три, четыре. Всем привет, это рубрика «Зарядка». Валечка, я очень рада тебя видеть снова. Я тоже. Собственно, будет весело. Начинаем. Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Ну что, начнем? Начнем. Первое упражнение у нас взято из пилатеса. Становимся стопы на ширину таза. Подкрутить копчик вниз. Закройте нижний край ребер. Расправьте плечи. Поднимаем руки наверх. Вдох. Плечи вниз. Выдох. Стоп. Стоп. Руки наверху. Теперь опускаем правую руку до параллели с пола. До параллели с пола. Ага, сейчас поменяется. А ладошка у нас? А ладонь направлена вверх к небу. Да. Плечи вниз. И теперь на вдохе наша задача вытягиваться за руками. Полностью тянемся в правую сторону. Вдох, вытяжение позвоночника. На выдохе возвращаемся на центр. И вдох. И выдох. Валь, мы руки, получается, держим, вот как да, часики, да. Да, у нас? Руки у нас все время в напряжении, то есть за счет рук мы вытягиваемся, да, то есть удлиняем свой позвоночник. Мы как будто держим мячик. Да, 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 и удлиняем себя за руками, вытягиваемся, вдох, вытяжение за руками, и выдох. Ваша задача максимально вытягиваться за макушкой, за руками, и выдох, втягивать живот. И вдох, потянули за руками, и выдох, вернулись. Еще два раза. Вдох. И выдох. Последний раз. Выдох. И смена положения. Правая рука вверх. Опускаем левую. И поехали. Вдох, вытяжение. И выдох. Втянули живот. Вдох. Выдох. Я не слышу, как ты дышишь. Вдох. Выдох. А ты слышишь, как у меня позвоночник хрустит? Нет, не слышу. Вдох. Выдох. Выдох. Возвращаем руку вверх и через сторону. О, хорошо. Вот примерно вот так вот я себя ощущаю, как выгляжу сейчас. Назад, раскрываем плечевой пояс. Ощущение, что по рукам течет вот что-то горячее. Да, да, то есть у нас, потому что статика, то есть руки все время наверху. Жир! Жир стекает. Друзья, жир стекает. Ну что, следующее упражнение. Также следующее упражнение из пилатеса. А у нас положение пилатес V. Что это означает? Это у нас пяточки вместе, носки врозь. То есть выворотно. Раскрываем тазобедренные суставы, подкручиваем копчик вниз, ягодицы в напряжении. Да-да-да-да-да. Расправили плечи, лопатки к центру, спину стоим красиво, ручки натянули. И на вдохе наша задача выполнить подъем на полупальцы. Поднимаемся вверх, вдох. И выдох, опускаемся вниз, руки через сторону. Красиво, красиво. Поехали. Вверх, вдох, подъем на полупальцы. И выдох, вниз опускаемся. Да, наша задача, чтобы пятки были все время вместе. Вдох, сжимаете ягодицы. И выдох, вниз, руки через сторону. Продолжаем. Вдох, вверх, выдох, вниз. И наверх, вдох, пауза. Стоп, будьте внимательны. Стоим на полупальцах. Опускаемся вниз, колени в сторону. Вниз, колени в сторону, колени в сторону, вниз, 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 и наверх, вверх, 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 и опускаем пятки, руки вперед, 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 выдох, и наверх, вдох, поднимаемся на полупальцы, и вниз, выдох, 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 вдох, вдох, потянулись, потянулись вверх, вверх. И выдох, опустили пятки. Да, здесь упражнение направлено на колено сустав. Следующее. Стопы на ширину таза. Стопы параллельны друг другу. Снова наша спина и наши руки. Руки поднимаем перед собой. Вдох. И руки назад вводим. Выдох. Лопатки к центру спины. Выдох. И руки вперед. Вдох. И выдох. Опять же, наша задача подкрутить копчик вниз. Напрягать ягодицы и втягивать живот. То есть система пилатес, она направлена на концентрацию. То есть мы должны контролировать каждое движение. Не расслабляйте руки. Ну, то есть если просто вот так стоять, естественно, да, ничего мы не почувствуем. Да, надо мы контролируем. Взять себя в руки. Да, контролируем подъем рук.
Когда мы вводим руки назад, мы сводим лопатки, напрягаем ягодицы. И сзади пауза. Стоп. И работаем сотня. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Максимально руки в напряжении. Не расслабляем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоп. Ручки наверх. Вдох. И выдох. Сбросили напряжение. Выдох. Ух. Ну что? Класс? Я очень люблю пилатес. Я это поняла вот именно здесь. Я очень люблю пилатес. Валь. Да. Спасибо. Пожалуйста. Мы с тобой увидимся завтра. Да. Друзья мои, далеко не уходите. Пока-пока. Пока-пока. Раз, два, три, четыре. Ходьба закончится.